Всем привет, с вами снова я, Элис Лизард. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы были в студии и снимали клип Like Lizard. Как и в прошлый раз, на съемках присутствовал Ранга, и у него была одна из главных ролей. Мне сделали очень классный макияж, и я была аж в трех образах. В двух первых я выглядела как человек, просто как я. А в третьем я выглядела почти как ящерица. Студия, в которой мы были, очень красивая и большая. Съемки длились достаточно долго. И мы только-только вернулись домой. В прошлый раз Ранга себя не очень хорошо чувствовал, но в этот раз все по-другому. Ведь сначала снимали его, а затем уже меня. Кстати, на съемку Ранга ушло гораздо больше времени. На нашей, хоть и маленькой, но все равно съемочной площадке в одной из комнат студии находилось сразу несколько человек. Повсюду были разные приборы, стояли камеры, сбоку висели костюмы. В общем, все было очень красиво и профессионально. Ну и Ранга в том числе был сегодня просто суперзвездой, можно сказать. Это та самая студия. Ну вот, моя очередь наконец подошла, и начались съемки меня. Вот это, то, в чем я сейчас одета, тот самый первый образ. Смотрите. Во время записи ничего сложного не было. Надо было просто спеть песню Like a Lizard. Вот и все. Ну и станцевать, конечно, движения какие-нибудь придумать. Сначала было все просто, но потом, потанцевав и попев минут 20, я поняла, что чувствую себя уже как на дискотеке. И вообще, хоть это и был рабочий процесс, съемки, да, съемки клипа, но там было очень весело. А вот это уже мой второй образ. И как вы видите, мы также изменили фон. Ну а вот это, наконец, мой третий образ. Образ ящерицы. Сначала мы хотели раскрасить все лицо целиком в зеленый цвет, но потом решили, что обойдемся маленькой масочкой. Съемки закончились, и теперь я буду просто ждать клипа. Всем пока!